журнал Reader's Digest. В свое время он был достаточно популярным, но сейчас, наверное, никто его уже не выписывает. Наверное, он уже не продается. Напишите в комментариях. Вот, конечно, была реклама. Ну, какие-то статьи такие на общественно популярные темы. Но я читал в основном там раздел с анекдотами, но они какие-то тупые, переводные эти анекдоты были. Вот. Не актуально, мне кажется, для России. Сейчас все это сниму для вас и выкину. Если вам нравится, напишите в комментариях и поставьте лайки, тогда я оставшиеся журналы не просто выкину, а тоже сниму для вас. Мне кажется, сейчас уже все бумажные журналы не актуальны. Все сейчас в интернете, в ютубе, цене и так далее и тому подобное. Все цифровизируется. Главное, таким журналом я даже не рискую топить печь, потому что мне кажется, там всяких химических непонятных веществ. Вот, в отличие от простой там бумаги. Тут еще все это полиграфия. Можете в любой момент остановить и просмотреть поподробнее. Вот, здесь толстый уже, неудобно снимать, закрывается. В стиле там преодоления каких-то сложностей, писные какие-то анкеты, реклама какой-то хрени, чего только не бывает. Вот это интересно, может быть, раздел. Помню, это был журнал за сентябрь 2008 года.